Всем привет, друзья! Вы на канале Белорусской Федерации Футбола. С вами я, Влад Хованский. И сегодня мы начинаем серию роликов, в которых мы будем рассказывать вам о том, как правильно выполнять различные финты для того, чтобы улучшить ваше техническое оснащение. И для того, чтобы все проходило на высшем уровне, мы позвали футболиста сборной Беларуси и футбольного клуба «Динамо Минск» Владислава Климовича. Сегодня мы будем разбирать самый популярный финт среди футболистов – это переступание или ножницы. Для выполнения данного технического элемента вам нужно пробросить мяч немножко вперед и сделать поочередный взмах левой и правой ногой с уходом в противоположную сторону. Хотелось бы отметить, что главной ошибкой всех, кто пытается исполнить данный финт, является отсутствие движения корпусом. Оно должно быть обязательным для того, чтобы игрок поддался на ваше раскачивание, и у вас получилось его обыграть и привести атаку к результативному действию. Данные переступы можно выполнять как и в движении, так и стоя на месте на фланге, потому что этот финт является одним из самых популярных у самых лучших игроков мира, таких как Криштиану Роналду и Неймар. Ну и еще, друзья, мы решили запустить небольшой челлендж среди вас в Инстаграме, победитель которого получит майку Владислава Климовича. Это замечательный просто приз. Что же нужно для того, чтобы ее получить? Все очень просто. Вы снимаете, как выполняете данный финт, выкладываете его к себе в Инстаграм постом, отмечаете Инстаграм Федерации Футбола, отмечаете мой Инстаграм и под этим роликом пишите, как же вам данное видео, и отмечаете уже свой Инстаграм. Все очень просто, выполняйте эти условия для того, чтобы выиграть уникальную майку Владислава Климовича. Ну что, друзья, я благодарю Влада, игрока сборной, за то, что пришел к нам, за то, что показал, как правильно нужно делать финты. Да, спасибо большое вам за то, что пригласили. Все, ребята, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши Инстаграмы, потому что дальше будет больше.